Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Кировские богачи – одни из самых бедных в стране. Финансовый университет при правительстве России сравнил доходы 1% наиболее богатых семей России по регионам. Средняя оценка по стране – 650 тысяч рублей в месяц. Самые большие доходы у самых богатых. В Москве и Ямало-Ненецком автономном округе – 1,5 миллиона рублей в месяц на семью. В Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе и Тюменской области – по миллиону. Кировская область в числе для 5 регионов, где у богачей самый скромный доход. В месяц наиболее состоятельные жители области зарабатывают в среднем 317 тысяч рублей. Далее только Саратовская, Псковская области, Чувашия и Мордовия. Там доходы от 280 до 310 тысяч в месяц. Программа «Экономика». Упрощенка принесла региону на 2,5 миллиарда рублей больше. За год налогоплательщики, которые работают по такой системе, увеличили перечисление в бюджет на 10%. По данным Федеральной налоговой службы, декларации по упрощенной системе за прошлый год представили почти 35 тысяч налогоплательщиков. Налоговая база по этому виду налога превысила показатель 2015 года на 4 миллиарда рублей. Прирост обеспечен как юридическими лицами на 7%, так и индивидуальными предпринимателями на 14,5%. Экономика на 101 FM. Кировская область в первой двадцатке по содействию занятости населения. Это показал мониторинг оценки качества и доступности государственных услуг в этой сфере. Гражданам Кировской области за полгода оказано более 80 тысяч госуслуг в сфере занятости населения. За это время работу помогли найти 13 тысячам человек. Обратилось же за содействием 22 тысячи. На 2 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас в службе 13,5 тысяч вакансий. Наибольший рост наблюдается в Котельническом, Луцком, Пижанском, Свечинском, Уржумском и Слободском районах. Добавлю также, что на треть снизилась численность работников организаций, которые находятся под риском увольнения. В завершение о валютах. Доллар на сегодня 60.30, курс евро 68.77. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.